Эң негизги дегенибиз бул эң өзгөчө, анткени биздин сүйүктүү кызыбыз Барчынай Үзгенбаева Актагонго чыкмакчы, анын атаандашы өзбекстандык Шахида Рахимова болмокчу. Рахимова Шахида, Узбекистан. Мына Шахида Рахимова Өзбекстандан келген мушкер, ал буга чейин Барчынай Өзгенбаева менен Бишкекте глобалда беттешкен болчу. Анда Барчынай Өзгенбаева албетте Шахиданы утуп алган. Андыктан Шахида кайрадан Барчынайга чакырык таштап, мына ошол ал чакырыкка Барчынай макул болду дагы кайрадан беттешти өткөргөнгө дагы бир Шахидага мүмкүнчүлүк берип отурат, кайрадан өзүнүн аракетин кылып көргөнгө. Азыр көрөбүз иш жүзүндө канчалык ошол Барчынайга чакырык таштагандан кийин эми жакшы даярдыктан өткөн Шахида Рахимова. Негизи ал үй бүлөлүү бир кыздын апасы. Мына ошол үй бүлөлүү кыздар дагы ошол эрежесиз эрууш же болбосо аралаш мушташ өнөрүндө өздөрүнүн күчүн тартуулап келет. Мына Өзбекстандын желегинин астында 26 жаштагы Шахида Рахимова. Ну что ж, уважаемые телезрители, настал тот момент, единственный бой среди девушек, бой весовой категории 61 килограмм. Эти спортсменки знают друг друга не понаслышке. В прошлый раз наша спортсменка Барчынай Узгенбаева выиграла поединок в рамках WF Global. И теперь реванш. Реванш, по сути, для Шахиды Рахимовой. Ну что ж, понаблюдаем, ждем нашу спортсменку на октагоне. Арабай, жардамын айырбай, ағаларыбызда жаштарды қалқалай. Барымыз бір болсо, қызыма қорны соқ. Келешеге біз кең бейлде қонды соқ. Қырғызан тері шыққан, манаса жер шыққан. Чыңғызым қырғызы, үйрегі таңдаған. Барыңа айдарым, жүр қара тұрмадым. Патриот сезімді, ой ғотқор сен дарым. Шалабат, сіле ұшпат кен, сүйіркелер, бабаларым менен соғышта эр болом, алем алардын урпагым мен болом, элимди ойлойм. Ну что ж, дорогие друзья, перед вами принципиальный бой. Бой-реванш. Эти прекрасные бойцы встречаются уже во второй раз. И в прошлом бою победу одержала Барчынай. Ну а оппонентка с Узбекистана вызвала вновь на эту встречу, на что Багира не отказалась. А теперь, друзья, максимум шума, на который способен этот зал. Слева от меня, в красном углу, боец весовой категории 61 килограмм, росту 65 сантиметров. Ей 26 лет.
чемпионка Узбекистана по рукопашным боям, чемпионка Азии по рукопашным боям. Профессиональный рекорд. Одна победа, одно поражение и ноль ничьи. Мастер спорта по боям без правил, мастер спорта по рукопашным боям. Команда ProFight, тренер Хасан Авдаражан. Встречаем Рахимова соперница в синем углу, весовой категории 61 килограмм, роста 75 сантиметров, чемпионка Азии по грэпплингу, победительница турнира WF Global 12, профессиональный рекорд, 2 победы, 0 поражений и 0 ничьи, команда Fighter KG, тренер Чекиров Кенджибек, ей 23 года, Узенбаева Багира Бачи. Бойцы в середину. Бойцы, рукопожатие. Бойцы, слушаем мою команду. Шорту свету не хватает. Удар запрещается в затылок, позвоночник, область груди. Удачи вам, бойцы, сорок. Пройдемся по традиционным моментам. В частности, Шахида Рахимова является чемпионкой Узбекистана по рукопашному бою, чемпионкой Азии по рукопашному бою. Является мастером спорта по рукопашному бою. Главный тренер Дадахан Хасанов представляет клуб ProFight. 26 лет Рахимовой Шахиде. Она является потомственной спортсменкой. В ее семье все являются спортсменами. Против него наша прославленная спортсменка Барчинай Узгенбаева. Две победы, ноль поражений, ноль ничьих. Тренер Чекиров Кенджибек представляет клуб Fighter KG. Также является победительницей WF Global, является чемпионкой Азии по грэпплингу. Итак, давайте перейдем уже непосредственно к поединку. Забирает сейчас у Барчинай Узгенбаева. Так, размен, короткий размен на дистанции. Не достает друг друга, пытается сейчас выцеливать, пытается сейчас сблизиться. Так, перевод в партер, конечно, конечно. Барчинай Узгенбаева переводит в партер. Так, забирает спину. Нужно теперь выйти на контроль. Если она сумеет, то, конечно, для Рахимовой Шахиды будет очень сложно. Так, пока что руки контролирует Шахида Рахимова. Не дает нашей Барчинай выйти в активную фазу действий. Но мы-то знаем, что наша Барчинай и не в таких ситуациях бывала. Хотя бы вспомнить чемпионат Азии по грэпплингу. Тогда Барчинай Узгенбаева... Ой, забрала спину. Так, на удушение. Ой, как классно так. Как технично. Отлично. Но нет, все-таки сейчас удерживает. Пытается удержать натиск Шахида Рахимова. Забрала спину на удушение. Но вот немножко не хватает сейчас Барчинай Узгенбаева, чтобы зафиксировать удушение. И пока что бой продолжается. Так, добивание. Гранден паунд. Боковые удары. Приходится... Прям как тигрица сейчас набросилась Барчинай Узгенбаева. И вообще, знаете, коллега, думаю, боевой псевдоним, прозвище для Барчинай тигрица, думаю, подходит. Как вы думаете? Чындыгында дал ошондой, мына Барчинай бул жалпы кыргыз элинин эң сүйкүмдүү же болбосо сүймөнчүгү болгон мушкерлеринин бири. Ошентип бир эле мушкер менен эки ирет беттешип атат. Азыр мунтук мына ушул жерден мойнун бир аз бербей жаткан болсо, мына бир колун кошуп мунтук негизинен ушул ыкма эгерде так аткарыла турган болсо, ал түздөн түз жеңишти алып келет. Мына ыңгайлуу позиция же болбосо атамаштын артына өтүп алып, мына уламдан улам ушул мунтук.
Итак, продолжаем бой. Во второй раз пытается сейчас Барчинай Узгенбаева забрать спину. Забрала. Удушающий. Сумеет ли она сейчас дожать соперницу? Что же сделает Багира? Нет. Все-таки здесь уже дает гонг судья. И закончился первый раунд. Ну что можно сказать? Очень содержательный первый раунд. Узгенбаева Барчинай, или как в простонародье ее называть, Багира, сумела сейчас в доминирующей позиции, в доминирующей, так сказать, фазе сейчас провести первый раунд. Но также хотелось бы отметить Шахиду Рахимову, которая не сгорела. Она очень достойно, уверенно держалась, уверенно чувствовала себя в партере. Даже пару раз она сумела вытерпеть удушение в исполнении Барчинай Узгенбаева. Но, тем не менее, ради справедливости стоит отметить, что Барчинай Узгенбаева должным образом не сумела удушающий прием провести, потому что если бы она удушающий прием провела бы, то, конечно, бой бы закончился досрочно. Итак, ждем. Хочется отметить, что в углу Барчинай Узгенбаевой сам Телек Джейнбеков, прославленный тяжеловес, прославленный боец смешанных единоборств, который также, как и Барчинай, занимается под руководством Кенджибека Чекирова в клубе Fighter KG. Конечно, Телек Джейнбеков дает ценные сейчас наставления, советы нашей спортсменке. И, конечно, с таким наставником Барчинай Узгенбаева может достичь уверенной победы в сегодняшнем поединке. Не будем, конечно, сейчас заниматься шапкозакидательством. Все-таки давайте подождем результат этого поединка. Итак, закончился перерыв. Итак, ждем второй раунд. На екінші раунд башталу алдында тұрат. Ал чурда біз өзбекстандық мушкер айым Шахида Рахимованың жанында 3 секундан пайда олып кеткенін көрдік. Бұл әлбет ереже бойынша тап-тақыр тура емес. Секунданттар тараптан кадимкидей мына эреже бузуулар болуп атат. Мына буга чейин эле үчөөсү кирип кеткен болсо, азыр өйдө жака дагы чыгып алган экен дагы. Ал каттал калыстарына тоскоолдук кылып баштаган. Мейли ал эми беттештин тегерегиндеги нерселер, ал эми эң кызыктуу нерсе октагондун ичинде орун алууда. Көк кийимчен кызыл бурчтан чыккан өзбекстандык Шахида Рахимова биринчи раундда эки ирет мунтукмасына кабылып кала жаздап, бирок абалдан кутулуп кетти эле. Эми бул экинчи 5 мүнөттүктө кандай болот болду экен? Албетте Барчынай өтө жакшы даярдыктан өткөн. Кенжебек Чекиров бул эми Кыргызстанга белгилүү, айрыкча ушул аралаш мушташ өнөрүндө, ушул чөйрөдө анын аты кадимкидей даңазаланып турат деп айтсак болот. Ошондой эле кесиптешим айтып өттү, Тилек Жээнбеков дагы келип ушул Барчынайга өзүнүн кеңештерин берип атат. Жана экинчи раундда ал өзүнүн жемишин албетте бериши керек. Акырындап аралыкты кыскартып Барчынайдын бара жаткан мезгили, албетте ал биринчи номер менен иштеши керек өз өлкөсүндө, өз жеринде турган учурда. Жана ушул туруу абалында, ой, жок, бул жерде буту тайып кетти. Албетте буту тайып кетти. Эсиңиздерге салып коелу, дал ушул жерде азыр бир аз Чолпон атада жаңгыр жаап баштады дагы. Мына партердин ичи үстү өйдө жагы, албетте октагондун өйдө жагы жабык болгону менен жаңгыр капталдатып жаап атат дагы. Ушул жаңгырдын бир аз тамчылары октагонго ичине чейин кирип, мына ошонун жыйынтыгында азыр биздин сүймөнчүктүү мушкер айымыбыз Барчынайдын буту тайып кетти. Эреже боюнча, албетте, эгерде мындай абалга туш келе турган болсо, мүмкүн Мирбек Буралкиев токтотуп туруп партерди бир сыйра тазалап, андан кийин кайрадан туруу абалында беттешти өткөрсө болот беле. Бирок Барчынай Азамат кабагым кашым дебестен ал абалдан дээрлик чыгып кеткенге мүмкүнчүлүк алды. Бутун кайруу ыкмасы ушул жерде колдонулуп атат. Албетте мындай ыкма менен утуу өтө кыйын, бирок ошентсе дагы албетте аракет жасап көрүшү керек дагы. Эгерде дал ошондой ыкма менен ийгилик жаратып кетсе, бул көпкө чейин көрөрмандардын эсинде калат. Эмне болгон күндө деле биз албетте Барчынайдын жеңишин гана каалайбыз. Биздин ушул мушкер айымыбыздын ушул жеңил узасын тартып маанайы түшүп калышын эч ким каалабайт деп айтсак болот. Жана
жана азыр бул абалда кайсыл бир мушкерде артыкчылык жок деп айтсак болот. Жөн гана ушул абалдан эми эки мушкердин бирөөсү ыңгайлуу позицияны ээлеп алуу аракеттерин көрүүдө. Шахиданын эми Баршынайдын бутун кармап турганы ал көбүрөөк чабуул эмес, коргонуу деп айтсак болот. Мына ушул Баршынай тараптан бир агрессивдүү чабуулдар болуп кетпесин деп эми анын бутун кармап турган учур. Албетте мына күйөрмандар дагы кыйкырып баштады, стойка стойка деп. Бул дегени эми бул экөөсү туруп абалында беттешип өткөрсүн деп атканы. Бирок турган учур өтө кооптуу экен, себеби бут тайып кетип мына ушул жылмакай октагондун ичинде өзүн каалагандай ыкманы же болбосо өзүн каалагандай чабуулду ишке ашыра албай калышын толук мүмкүн. Мына эми гана Мирбек Буралкиев экөөсүн туруп абалда беттешти өткөрүүсүнө мүмкүнчүлүк берип атат. Жана Мирбек Буралкиев бул дагы эл аралык дарыждагы калыс, Кыргызстандагы же Кыргызстан сыймыктанган калыстардын бири деп айтсак болот. Мына акырындап кайрадан жакындап бара жатат Барчынай Үзгенбаева жана бул тейк даун ишке ашканы менен мойнун берип койгондой көрүнөт. Бирок ыкма азырынча таза эмес, таза ыкма колдонулбагандыктан мына башын чыгарып алды Барчынай. Багира деген кайманаттын ээси мүмкүн ушул ирет ийгилик жаратат, анткени биринчи раундда атаандаштын үстүнө Багира ушул Шахиранын үстүнө минип алып туруп соккуларды узатып аткан. Эгерде ошол жерде бир аз агрессивдүүрөөк болсо беттешти бүтүрүп коет беле дейм да, Адилет. Да, я полностью с вами согласен, коллега. Не хватает немножко агрессии нашей спортсменке. Мы-то знаем, что она является очень хладнокровным бойцом, поэтому сейчас немножко агрессии бы не помешало, конечно. Так, так, болевой. Неужели захват Кимура? Нет, не сумел здесь Шахида провести. Это отлично. Так, теперь Барчынай будет действовать. Она может сейчас перевернуть и взять обратно контроль спину, либо перевести в активный фулмаунт и там уже добиванием завершить поединок. Ну что, ждем пока что. Отметим, что Кенжибек Чекиров, тренер Барчынай Үзгенбаевой, является очень прославленным, известным тренером, который очень хорошо ставит именно партер, грэплинг. Так, добивание, гранден паунд. Так, удары по лицу, стерпит ли Шахида, пытается сейчас уйти. Так, рассечение ли? Нет, нет. Нет, нет. Нет, время, время. Бой не завершился, бой не завершился. Есть еще время. Итак. Итак, ждем. Ждем решения. Да, вот очень такая нервная концовка была. Ну что ж, то ли еще будет. Закончился второй раунд. Впереди последний решающий третий раунд. И, конечно же, хочется... Хочется, чтобы наша спортсменка победила в этом поединке, потому что если она победит, то в личном противостоянии Рахимовой Шахиды и Барчынай Үзгенбаевой будет 2-0 в пользу нашей спортсменки. Поэтому надеюсь, что реванш сегодня не состоится. Так, Телек Джинбеков сейчас активно занимается восстановлением Барчынай Үзгенбаевой. Ну, честно говоря, если говорить о сегодняшнем поединке, конечно, Барчынай Үзгенбаева по апометрическим данным, конечно, является выше, 175 сантиметров ее рост, у Шахиды Рахимовой 165, конечно, издалека можно прицельно пробивать и руками, и ногами, поэтому хочется, чтобы Барчынай Үзгенбаева все-таки еще стоя тоже проводила атаки, потому что ей, конечно, удобнее издалека выцеливать, издалека проводить атаки. Итак, ждем начало третьего раунда и ждем результата этого поединка. Итак, начало третьего раунда. Оба бойца сейчас придерживаются своей первоначальной тактики, то есть выцеливают, выжидают, ждут ошибки. Так, Барчынай Үзгенбаева сближается, сокращает дистанцию. Так, левый прямой в исполнении Рахимовой Шахиды. Так, я думаю, скорее всего, что Барчынай Үзгенбаев все-таки сейчас переведет бой в партер. Итак, левый, правый. Итак, подскользнулась, конечно, здесь Шахида Рахимова. Итак, бой переведен в партер. Так, добивание с
правой рукой. Ну, конечно, это не то чтобы удары, это, скорее всего, тычки, потому что очень неудобно здесь сейчас Барчина и Узгимбаева пробивать сильные удары. Скорее всего, бой, наверное, дойдет до судейского решения. Ну, конечно, не будем забегать вперед, но тем не менее, учитывая всю динамику этого поединка, все вытекающие из этого поединка моменты, конечно, скорее всего, бой завершится именно решением судей. Ну что ж, ладно, подождем, не будем торопить события. Итак, да, измотаны бойцы, измотаны измотана наша Барчинай. Видно, что устала, потому что в партере, конечно, бой в партере забирает вдвое больше сил, чем именно в стойке. Поэтому нужно учесть этот момент. Итак, все-таки сумели здесь встать. Встала у сетки Рахимова Шахида. Обратно перевод в партер. Так, отличная возможность. Можно выйти в доминирующую позицию и там уже дальше продолжать поединок. Итак, очень нервный бой, очень напряженный поединок. И ждем, что же придумает наша спортсменка Барчинай Узгимбаева. Барчинай негизинен ал греплер, андықтан ушул партерде өзін ишенімді алып жүраларынан ешқандай шек жоқ. Ушул партерде жүрген учурда Барчинай дейлік бардық учурда қандай бір деңгейде үстемдік қылып тұрды жана тұруға алында деле. Андықтан егер де қалыстардың чечімменен беттешінің тағдыры чечіле тұрған болса, албетте Барчинайға жеңіш берілші керек. Бірок азырынша беттеш соңына чыга элек. Биз албетте түз эфирде иштеп атабыз. Мына Шахида бул азыр убакыттын бүтүшүн эле күтүп калгандай. Ушул жерден Шахида бир нерсе кылып кетишинен күмөн бар. Бирок буга чейин бир ирет Барчинайды ушул өзү жерде жаткан учурда Барчинайды тескерисинче оодарып алып аны астына өткөрүп алган учур болду эле. Мына азыр дагы ошол аракетти бир кылып көрсөмбү деген. Бирок биринчи раунд толугу менен Барчинайдын пайдасында калды. Экинчи раундда деле бир аз артыкчылыкты эске ала турган болсок, мына азыр болсо мына муунту ыкмасы колун кошуп атат. Мына ушул эгерде так аткарыла турган болсо өтө ыңгайлуу болмок. Бирок Барчинай ал чечимди туура эмес деп тапты дагы. Андан көрө кубаттуу болбосо дагы жай сокулар менен сериялуу чабуулду баш сөөктү көздөй узатууну туура көрдү. Шахида чындыгында буга чейинки ушул Барчинай менен болгон беттешке салыштырмалуу жакшы даярдык менен келген экен. Жана акыркы раунд чечүүчү бөлүктө мына Шахида азыр позициясын оңдоп кеткенге аракет кылып атат. Бирок Барчинай азырынча албетте моюн сунушунда эмес. Мына ушул жерден Шахиданын абалы жакшыра баштады. Кармаш урушу боюнча спорттун чебери буга чейин мына ушул бир топ эл аралык деңгээлдеги беттештерди Барчинай өткөрүп келген. Бирок Шердокко катталганы экөө болуп эсептелет дагы. Бирөөсүндө жеңишке ээ болуп, бирөөсүндө Барчинайга утулган. Азыр эми өзү далысы менен жерде калды Барчинай. Ошентсе дагы анын греплер экенин эске ала турган болсок, кандайдыр өзгөчөлүк болуп кетишинен көңүлүм бар. Мына бир ирет аракет жасалды. Мына кыргызстандык мына мушкерлер балдар чыккан учурда мынчалык күбөрмандык кылбайсың. Албетте аларга жан тартасың, бирок мынчалык алар менен сарсана болбойсуң. Ал эми эгерде мына ушундай өзүбүздүн кызыбыз ушул Барчинай чыгып жаткан учурда албетте ага жеңишти гана каалап турган учурубуз дагы. Барчинай Үзгенбаева атаандашынын астында жатса дагы, бирок азырынча мындай соккуларды өткөрүп алган жок. Бир упай жогото турган кыймыл аракеттерди упай жогото турган кандайдыр бир соккуларды өткөрүп алган жок. Ошондуктан азыр болсо деле өзүнө ишенимдүү. Убакыт соңуна чыкты. Барчинай өзүнүн өзү каалагандай беттешти өткөрө албай калганына мүмкүн ушул октагондун бир аз суу болуп жылмакай болуп калганы дагы таасир берди болушу керек. Эмнеси болсо дагы Азамат татыктуу жакшы сапаттуу беттешти Барчинай өткөрүп берди. Биз болсо калыстар тобунун чечимин күтөбүз.
Да, вот все-таки оказался я прав. Хочется этот момент отметить, что этот поединок, скорее всего, завершится решением судьи. Ну что ж, ждем решения судьи. Конечно, если говорить о поединке в целом, конечно, Барчинай Узгимбаева выглядела более сильнее, можно сказать, не знаю. Итак, ждем решения судей. Судьи сейчас совещаются. Ну, в целом, поединок был таких на равных условиях прошел, на равных, так сказать, моментах. Но, тем не менее, судьям виднее. Итак. Ну что ж, уважаемые телезрители, ничья. Первая ничья в сегодняшнем турнире. Итак, Барчинай Узгимбаева и Шахида Рахимова. Честно говоря, приемлемый результат, приемлемое решение судей, потому что оба бойцы были достойны победы. И если бы кто-то из них проиграл, это бы, конечно, было бы обидно. В том плане, то, что оба бойца показали волю к победе, характер. И доказали, что девушки тоже могут не хуже мужчин соревноваться в октагоне. Ну что ж, теперь и в их личном счете теперь одна победа у Барчинай Узгимбаевой против Рахимовой Шахиды и ничья. Ну, жендеп, Кайрат Мусаев, жариялу атканда дагы өзгөчө баса белгилүү өттү. Башкы калыстын чечим менен деп, ал эми башкы калыс бул Надыр Кадыров, ал өзбекстандык. Бирок дайыма өзүнүн калыс чечимин чыгарып келген, андыктан менин жеке пикиримде албетте Барчинай көбүрөөк упай чогултту, бирок эми тең чыгуу болсо тең чыгуу. Демек Шахида дагы азамат. Мына ушундай бир кызын апасы, бир үй бүлөнүн куту деп айтсак болот, ошол Өзбекстандан келип, демек Барчинай менен бул ирет тең чыгып кетти. Thank you.